А на кого бы ты из киногероев хотела бы быть похожим? Я бы хотела быть похожа на Машу и Медведь. А почему? Ну, потому что они такие все веселые, ну, и мне просто нравится этот мультик. Если бы это был мультик, то, скорее всего, если с Лунтика, то Милой. А почему Милой? Ну, не знаю, но она как бы девочка, и я тоже девочка. Смотря из какого мультика. Из каждого мультика мне кем-то хочется быть. Только из девчачьих мультиков. И там, может быть, девчачьих мультиков. Если, допустим, взять «Город героев», то одну девочку, которая там была такая как бы взрослая, и у нее был такой мотоцикл на электронной плазме. А чем бы ты хотела быть на нее похожей? Всем. Наверное, богатышей. Она красивая и умная, и сильная. Я никого не хотела быть похожей, хотела бы быть просто самой собой. На кого бы из киногероев ты бы хотел быть похожим? Ну, не знаю. Ну, твой любимый мультик какой? У меня фильм «Терминатор». А, и ты хотел бы быть терминатором? Да. А чем именно хотел бы быть похожим? Ну, потому что он крепкий. На кого бы из киногероев ты бы хотела быть похожей? Харли Квинн. А почему? Она классная. Анджелина Джоли. А почему? Она красивая. А чем именно хотела быть похожа на нее? Она красивая и... Она крутая, мне нравится. На Эльзу из «Холодного сердца». Почему? Она красивая и крутая. А на кого бы ты из киногероев хотел бы быть похожим? Пул. Почему? Он бессмертен. Не знаю, наверное, на Бэтмена. Почему? Ну, потому что он такой сильный и борется за добро. Кого бы ты хотела быть похожей из киногероев? На... Не знаю. Ну, какой твой любимый мультик? Мой любимый мультик? Так, Золушка. Ты хотела быть на Золушку похожей? Да. А чем именно? Характером, умением. На Халк. Почему? Потому что он сильный. На Лунтика. А почему? Ну, не знаю, Мюн, это мой любимый мультик. Я бы хотела из мультфильма «Золушка». Хотела бы быть Золушкой? Да. Почему? Потому что она красивая, и у нее все сбылось. А Тони Старка. Почему? Потому что он крутой. Ну, я хотела бы быть похожим на Джеймс Бонда. Почему? Потому что он крутой, у него есть пистолет. Наверное, на Дэдпула. Почему? Не знаю, он прикольный, у него мечи такие еще. Ну, наверное, на Черепашку-ниндзя. Почему? Ну, не знаю, мне не нравится. На кого бы из киногероев ты бы хотел быть похожим? И чем именно? На Флэша. Потому что он быстрый, он бегает очень быстро, я бы спасал людей.